Уважаемые коллеги, позвольте мне рассказать вам не только о нашем посещении конференции в Будапеште, но и об организации, под эгидой которой проводилось это мероприятие. Это Центральный Восточноевропейский консорциум по онкопластической хирургии. Это организация, созданная доктором Золтаном Матраем вместе с доктором Дэвидом Мурава, к которой присоединилось уже множество наших коллег из Восточной Европы. Это некоммерческая организация, ставящая перед собой ряд целей, в том числе повышение качества хирургической помощи при лечении рака молочной железы, широкое внедрение онкопластических практик в ежедневную работу стационаров, специализирующихся на хирургическом лечении рака молочной железы, содействие научной и клинической практике. Не работает переключатель слайдов. Население Восточной Европы суммарно составляет почти 300 миллионов человек. Это огромный регион. И жители этого региона и страны, находящиеся в этом регионе, объединяет общность системы здравоохранения, общность экономических возможностей и общность в целом ментальных подходов к реализации хирургической помощи пациентам с заболеваниями молочной железы. У нас очень много всего похожего, поэтому мы должны работать вместе, должны объединяться и должны более широко заявлять о себе на международной арене, поскольку мы часто посещаем различные международные конференции, видим спикеров из одних и тех же стран, Германии, Австрии, иногда Франции, но представители восточноевропейского сообщества недопредставлены на международной арене. Выступая единым фронтом, выступая вместе, мы сможем эту ситуацию в будущем исправить. Это сайт организации, пожалуйста, зайдите на него, посмотрите, прочитайте, ознакомьтесь и, конечно же, вступите, потому что членство в этой организации не требует никакого финансового участия на сегодняшний день, никакого вложения, оно абсолютно свободно, и членство в этой организации предоставит вам большие возможности, включая гранты на обучение в ведущих клиниках Восточной и Центральной Европы. На сегодняшний день 4 учреждения уже являются партнерами этой организации, и это, как я уже сказал, организация открыта для дальнейшего присоединения новых членов. Если ваше лечебное учреждение хочет взаимодействовать, обмениваться специалистами, участвовать в единых общеевропейских программах обучения, то, конечно же, стоит это сделать. Ну и, наконец, недавно мы вернулись с первой проведенной в Будапеште конференции Центрального Восточноевропейского консорциума. Она проходила с участием большого количества экспертов со всего мира. Вот вы видите доктор Золтан Матрай, нынешний президент Европейского общества хирургов-онкологов Тибор Ковач и профессор Гуляш. Дэвид Мурава выступает на конференции, Рональд Рейтсамер, доктор Вебер, Флориан Фитцел, ведущие эксперты из Восточной, Центральной и даже Западной Европы. Присоединяйтесь к этому сообществу и давайте вместе расти, развиваться, обмениваться знаниями и обмениваться данными. Мы заключили сотрудничество с Институтом онкологии Будапешта еще в 2017 году, и сегодня я хотел бы доктору Матраю подарить этот небольшой памятный знак в честь открытия центра совместного венгерско-российского партнерства. Thank you.